Встречи жителей с представителями социальных служб проводятся регулярно. Эта практика действительно дает хорошие результаты. Одно из таких мероприятий на днях посетила министр социальной защиты населения Московской области Валентина Лагункина. Подробности смотрите далее. 8 августа в кинотеатре «Искра» проводился социальный прием населения. Видновчане, а также жители других поселений района обращались к специалистам с личными вопросами. Представители Ленинского управления социальной защиты населения, Пенсионного фонда, отдела жилищных субсидий и других социальных служб отвечали на вопросы посельчан, давали разъяснения, принимали заявления на оказание материальной помощи, а также документы для назначения пособий или присвоение звания ветеран труда. О предоставлении мер соцподдержки многодетным семьям. То есть это выдача удостоверений многодетной семьи, матери, отца, оплате за садик. Большинство проблемных вопросов горожан касалось сферы жилищно-коммунального хозяйства. По ПЛК 38 дом. Вот живу я 40 с лишним лет. У нас один единственный раз побелили подъезды. Крыша течет. Грязь. Уборщик нет. Я по поводу ЖКХ, по поводу подачи воды на 5-й этаж в доме отдыха Суханова. Видное 2, дом 18, квартира 15. Жители новых микрорайонов города волнует тема здравоохранения. Ни одной поликлиники нет в проекте. Единственная поликлиника, которая была построена в советские времена, она не может принимать весь город. Понимаете, туда едут пациенты со всего района. После приема состоялась встреча жителей с министром социальной защиты населения Московской области Валентиной Лагункиной. В своем докладе она рассказала об основных проблемных вопросах, которые решаются в настоящее время в правительстве области и лично временно исполняющим обязанности губернатора Московской области Андреем Воробьевым, а также осветила принятые программы развития и предстоящие планы. Получая информацию, население знает не только о работе, но и в то же время, так сказать, мы ощущаем поддержку, то, что те программы, те вопросы, которые, так сказать, обозначаются губернатором и правительством, население поддерживает, разделяет эту политику, и это, конечно, важно. Такие встречи имеют хороший отклик у жителей и действительно помогают в решении многих вопросов. Лариса Вольнова, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.